Good evening, Rotterdam. Good evening, Rotterdam. Good evening, Rotterdam. My name is Yuri Naumov. I'm a rock blues guitar player, originally from Russia. Since 1990, from New York City, United States of America. And I'm going to play for you tonight. And there will be instrumental numbers, songs in Russian, and maybe one or two songs in English. So we'll start with composition named Sneaky Blues. Шкодный блюз. Понеслась. Есть у меня номер, который называется «Никак не похоже на блюз». И с ним произошла такая история. Музыка у меня обычно сочиняется впереди текстов, я композитор главным образом. И с этой вещью случилась уникальная история. Написался блюз, которому сочинились слова, и эти слова, они... по моим собственным меркам, оказались большой художественной удачей. Там история выстроена на том, что в начале песни, песня начинается с некого утверждения, и по мере разворачивания истории это утверждение, оно переворачивается и разворачивается на 180 градусов и превращается в свою противоположность. И у меня есть несколько песен, которые написаны по такому принципу, но это она просто, она превзошла как бы даже изначальный посыл. Она получилась в самом деле очень хорошей. Я был вне себя от гордости, просто бил себе пяткой в грудь, думал, какой я крут-крутыч. И состояние триумфа держалось, наверное, недели три. И потом я почувствовал, что в этой песне есть момент незавершенности. И я попытался выяснить, в чем дело,
И я понял, что я имею дело с очень странным феноменом. Моя музыка ревнует к успешному тексту. И она хочет, чтобы я с ней совершил точно такой же разворот. Музыка то есть эта песня называется «Никак не похожа на блюз, будучи блюзом». И моя музыка хочет быть никак не похожей на блюз. И мне я понятия не имею о том, как этот запрос осуществить. И много лет я не мог решить эту дилемму. И в 2018 году, когда мне надо было записывать вот этот вот альбом последний хронологический, который выпустил, называется «Эскапист». В этом альбоме эта песня, она вторым треком идет. Мне пришла в голову идея классная и простая. Нужно этот блюз стартовать как регги. Простой, кондовый, беспонтовый регги. И по мере того, как история словесная раскручивается, этот регги становится блюзом. И тогда все компоненты моей песни довольны, счастливы, и все срастается. Сейчас, briefly in English. There is a song called Doesn't Seem Like the Blues. And the lyrics in Russian happen to be quite successful. And the first time in my life, I faced the situation when my music became jealous of the text, which was really good. And my music wanted, there is some like a U-turn which happened in the story, in the lyrics. And the music wanted the same U-turn, like 180 degrees turn. And I realized that in order to do that, I need to turn music at the start, turn this blues into reggae, and then make it evolve into blues. And that way I will achieve something my music want from me. So it doesn't seem like the blues. Бери легче, бери веселей. Они калечат, нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен, хотя они жмут на все тормоза. Вот будет встреча, когда мы все возвратимся назад. Но таковы нравы, таковы времена. Мы будем правы, но нас все равно позабудет страна. Но наше право самим выбирать имена. В гребе правил, где ни покрышки, ни дна. В МС ВЛДП, в рок-н-ролл, мировая вай. Она, baby, я, кажется, злюсь. Наверное, нервы, и это никак не похоже на блюз. Но если честно, идти против шерсти во все времена немалая честь. За нее мы заплатим сполна. Легче, бери веселей, свали на плечи, бейб. Если нам суждено уцелеть, то нам споют осанну, нам пропоют на все голоса. И по дороге с Анной мы воротимся назад. Мы все возвратимся назад.
людей. Они нас лечат, бейб. Так почему же мне еще тяжелее? Мы будем вечны, когда пройдем свой путь в небеса. Вот будет встреча, когда никто не вернет. My sweet lullaby. Все будут вечны, бэй, когда пройду свой путь в небеса. До скорой встречи. Никто из нас не вернется. I came to the United States in the October of 1990. Before that, I befriended a guy who was a professor of Slavic studies in the University of Wisconsin. I met him in St. Petersburg 2 years prior my departure to New York. And he was very fond of Russian underground culture. He attended every underground exhibition, theater performance, or rock concerts he was able to get. He attended at least 5 or 6 my underground shows in Russia, and we befriended. We became friends. So when he learns that I'm coming to States, he said, once you reach our shores, please give me a call and I will try to organize a concert for you in our university. So that's what I did. I called him in early November 1990, and Adam was able to organize a show for me in the University of Wisconsin in late January 1991. The time came for me to go there, and I was a penniless emigre, and the only way to get to Wisconsin from New York is basically you need to drive like a third of the country. Was to buy bus tickets on a company called Greyhound. Basically, Greyhound bus company covers all America. And tickets was at that time quite affordable. So the trip was quite long. It took me, you need to go first from New York to Chicago. It's 18 hours drive. Then in Chicago, you sweet buses, and another 4 hours from Chicago to Madison, Wisconsin, where this university is located. So overall, it's almost 24 hours. And because it was winter, when days are short and nights are long, sufficient portion of my trip happened to be at night or in the twilight. And that's how I happened to be on American highway for the first time in my life. And it was a tremendous sense of freedom, danger, trance. I mean, it was a sense that somehow I happened to be plugged into neuron system, it was like along American highways, there are like neurons going along this young country, and you feel this energy. It was quite powerful and quite hypnotic. And when I played at the university and came back to New York, that experience stayed with me, and it dictated a necessity to become a music. So I began to looking for sounds,
which would be able to express and reflect that experience. And it took me about 3 months to find the right sounds and shape it into a composition called Night on the Highway. Thank you.
next number. Song in English named I Feel Fine. My lyrics in Russian was quite high voltage, quite intense. And when I came to United States, I was curious, would it be possible for me to translate that intensity, that voltage, into English? And out of that experimentation, the song was born, which I'm going to play for you now. I feel fine. Walk at my side, give a good sign to a stranger. I'm a plain guy, but in a high sky, I've got an angel. Yeah, you can take a breath out of my breast and skyrocket, 'cause I feel love and the wind blows in my pocket. Yeah, I feel fine. I'm living under heaven's dome. I'm a perfect stranger, I'm a rolling stone. Yeah. And I find I'll hardly come back home, even if here comes a thunderstorm. Oh, take a short break, there's a big, such a big, big cake. I wanna for hell's sake, playing high stakes, I will make it. You can stay out and applaud loud in my honor. Now I'm and my big time is around the corner. Yeah, I feel fine. Come on, don't tell me it's too late. I'm full of your advice up to the throat. I have fun and I don't see the shadow of the blade, which suddenly stretched on along my road. I feel goodbye, but what I'm saying is my last goodbye.
open. I feel fine, and once again I'm under heaven's dome. I'm a perfect stranger, I'm a rolling stone. Yeah, and I find I'll never come back home. I will be gone with a thunderstorm. I will be gone. Thunderstorm. Next number, a song which have two parts which go together one after another. It's called Night Flight. The dedication to one of the most bright and gifted poet of my generation, Alexander Bashlachev, who committed suicide at the age of 27. After the wave of inspiration left him for 20 months. And with this song, as, it's a strange story because it was not supposed to be like that. I composed music, which was without words for almost 3 years. And then suddenly, out of blue, words came. And it was mid-February 1988. And it was like 4 days and four nights, like dense fog of words from which I took each and every line for two parts of that song. And I finished it in early morning of February 17th, around 5 in the morning. And 4 hours later, I learned that just few, like half an hour, like 40 minutes ago, Sasha committed suicide by jumping out of the window of 10th floor. And it was shock for everybody because he was a genius. And maybe a couple of weeks later, when the shock about this news subsided, and I took a look at this lyrics I wrote just before his demise, I was stunned to see that beforehand, metaphorically,
something which is supposed to happen to him, like in the nearest future, came beforehand into my lyrics. Not literally, but metaphorically. So it's like, was, you know, in English it's called precognition, when something which is supposed to happen, you learn it beforehand, some portion of time before it happens. So, and there I realized that this song, which it was not intention from the start, it happened to be a dedication, like a requiem. Night Flight, part 1 and 2. So I'm sorry, I mean, sometimes guitarists like reacting on some moisture and temperature, like, but let me readjust it a bit. Это так легко быть закрытым. Это так легко оправдаться в том, что земная слякоть века до дня забирает в плен. Если бы у меня были крылья, я бы тогда на время покинул дом. Я бы снял проклятие, я бы поднял эту землю с колен. Можешь не искать смысл в моих словах, слово есть ложь, раз тебе так удобней, но попробуй найти смысл в том, что я не молчу. Тысячи детей земли шли в сторону рва. Я им подобны, но все же помолись в ночь, когда я взлечу. Я хочу попробовать сбыться, верь мне. Я не хочу наследить, но пойми, я хочу уйти без следа. Быть самоубийцей, наверное, легче, чем победить, но пойми, еще легче предать. Да, я боюсь. Но слаб, слабее, чем они, и слабее, чем ты, но зато я острее всех вас ощутил, каково быть открытым. Та волна, что сюда занесла мою книгу, в которой одни лишь пустые листы, в эту ночь подарила мне крылья. В эту ночь подарила мне крылья.
педаль в снежный сной, и он не видит, как лунный челнок поднимается по небу старубок. Как полоумная ночь виснет на кончиках спиц в руках уснувшего бога. Как вьюга глумится над полем земной, шаг из окна. Жажда весны больше сна, и я взлетел над ледовым безумием, над нервным сплетением каменных тел. Господи, если б я знал, что там творится внизу. Господи, если б я знал, что мой город так голоден, болен и наг. Я так хотел, но знать не судьба мне разбиться о камни. Холода голова, хода галкелы не остановить. Ночь подошла на закате, чтобы обернуть этот мир фиолетовой тканью. Господи, что я могу? Разве я в силах согреть? Я перервал оболочки, и я жгу свои крылья и пепел на дне. Должен ли я умереть, стоя на том берегу? Видел ли ты этой ночью, как небо металось в огне? Я не хотел, но, видно, судьба мне сгорей, так скорей. Жар поражающий завтра пожрет нас пожаром дотла. Смерть набредет на заре сделать последний разрез.
hard for me to see. Is there any speaker right there? Есть ли там какой-то динамик, вот, который находится здесь по диагонали? Потому что странный звук, как будто на меня бьет просто звук из колонки, этого во время саундчека не было, и это выносит мозг. Очень резкий звук, который вот так вот по диагонали на меня идет. Его надо каким-то образом прибить. Я не понимаю, откуда это. Такой сюрприз. Хорошо. Yashar, I'm sorry. I have a sense that something sound different. Something sound quite harsh on that angle. It was not like that during sound check, and it's a very intense and harsh sound on my left side. Next number, there is an effect, a guitar effect, like this. It's called ping-pong delay. Попеременная стереозадержка с разлетом в левые и правые каналы. И его издает, гитаристы называют свои эффекты примочками. Его издает примочка, которую выдумали в японском городе Осака в 1989 году. С точки зрения динамики цифровых технологий, играть на примочке 1989 года в 2023, но это поздний палеозой. Столько не живут. Но при этом я не могу от нее отказаться. По той причине, что в цифровых примочках первого поколения звук был такой немножко грубоватый, зернистый, и в нем было такое же очарование, как, вы знаете, когда фотографы снимали на пленку, а не на цифру. Для крупных портретных фотографий они пользовались пленкой ISO-400, которая давала зерно. С точки зрения вот чистоты, это был технический брак. Но с точки зрения вот этого художественного посыла, чтобы сделать снимок более терпким, более характерным, да, фотографы, портретисты очень любили вот это зерно, потому что оно делало вот это вот, подчеркивало вот просто какую-то очарование вот в морщинах лица, в каких-то складках, в каких-то перепадах. И вот этот зернистый звук, он дает какую-то хлесткость, вот как удар хлыста, который в примочках последнего поколения, уже более поздних, они его выгладили, там все гладко, все сладко, но вот нет вот этого захлеста. И поэтому, когда я обзавелся этой примочкой, а это случилось вскоре после того, как я эмигрировал в Нью-Йорк, я был настолько очарован этим звуком, что написалась композиция, которой этот звук является интегральным элементом, и называется эта композиция Ping-Pong Blues. The next number is Ping-Pong Blues, which is built upon a special guitar effect called Ping-Pong Delay, and this interaction with this effect came to the fruition of this composition, Ping-Pong Blues. Thank you.
Вы знаете, как бывает, когда ты начинающий звуковой художник, ты пытаешься выразить себя, ты проходишь, ну, как бы, определенную эволюцию. Начинается с того, что ты рассказываешь простыми словами о простых вещах. Потом ты начинаешь рассказывать сложными словами о простых вещах. Потом ты начинаешь рассказывать сложными словами о сложных вещах. Потом наступает очень прикольная фаза, такая уже зрелая, когда ты рассказываешь простыми словами о сложных вещах. Потом ты уже входишь в фазу, когда ты не знаешь, рассказывать тебе или воздержаться от рассказа. И вот рождаясь из тишины, потом это заканчивается снова тишиной. Но вот ты проходишь вот эту громкую фазу, вот в эти четыре ступени. И сейчас я в той фазе, когда моей музыке практически уже не требуются слова. Слова уже не точны. И я могу уже выразить практически все, что я хочу, только с помощью звукосочетаний. Но у меня есть один номер, в котором мне как раз посчастливилось выразить простыми словами какие-то довольно емкие вещи. Это может быть лучший мой номер на английском языке. И слова там невероятно простые. И блюз этот называется «Where We Belong». So, short in English, the song I wrote about 22 years ago in New York, it was 20 years ago, 1993. In 1993, I composed one of the best songs I consider in English, with very simple lyrics. It's a blues called Where We Belong. Thank you.
got a place, and more than just away. Should we go now? Would it last forever? Babe, I don't know. Cause where we belong is so far and away. But let us try, try, try. Hold on, babe, don't Следующий номер. Сказка о Карле, короле рок-н-ролла. The Tale About Carl, the King of Rock'n'Roll. That song was probably the only hit I composed while in Russia underground rock'n'roll phase in mid-80s. So that song brought me some glory. And I had very strange and like uneasy feeling about that because I had another composition which I thought was deserving some kind of recognition, and people, it was time when people came to my shows to listen just to only that one song, and I felt that is unjust, you know. And I was rebellious, and I decided to take the song out of my repertoire for a time. But then I brought it back because no matter how I felt, the song is quite good. The Tale of Carl, the King of Rock and Roll. Сказка о Карле, короле рок-н-ролла.
сердцем чист, Карл был музыкант, Карл был кларнетист, вдохом воздуха, выдохом звука жил, ушел с нараспашку душой. И если племени мало пламени, Карл был из немногих, кто пламенный. Он любил свое дело и делал, веря в то, что от этого всем хорошо. Карл любил Клару, а Клара — краля, глаза как алмазы, губки, кораллы, сама так естественно, так натурально, что с нею мораль забываешь на нет. Но не страдала моралью Клара, стерильной душою Карла играла, и как-то под утро паскудная девка украла у Карла кларнет. Сон Карл с просонок глядел свой ларнет, часть отыскать то, чего уже нет. Осознав значение утраты, Карл вскричал «Караул!», но на нет, суда нет, и заплакан Карл шастал ватер-клозет, не считала о несчастье вечерних газет. Все курил и корил, сам собой говорил, и чуть было не оказался в крызе. Если душ на душе, если тошно, то что ж, на руках есть вены. Под руками ножно, это выход на случай, если выхода нет. А что выхода нет, это ложь. Если небом дан дар, хватит сил и на то, чтоб этот удар. И еще черти что, пережить воду святую, которой ты полон. Донести тем, кто жаждет, кто ею пустой-ка рискнул пойти. Эксперимент Карл нашел в себе силы сменить инструмент, влез в долги и купил стратокастер, гитару, о которой, пожалуй, мечтает любой. Он терзал свои пальцы, душу и мозг дни и ночи, но он иначе не мог, и в итоге родил звук, в котором он выместил всю свою боль и любовь. Он трясину потряс, не что грязь топал в грязь, он угрюмых смешил, а погрязший мешал, взбаламутив ему мути. Он на свет Божий из-под ветоши вытащил свет. Рок-н-ролльная каста расступилась пред ним, и фанатики клялись, что видели нимбы над его головой. Но дело не в нимбе, он был просто несущий насущный ответ. Сквозь плетение сплетен, сквозь стену и тень, день за днем, и за каждый день, за ступень и ступень, он сходил на престол не ценой преступлений, не ради богатства, дарящего лень. И хотя корни сцены был скромен, как ролик, в куларах его прозвали король, что с того, что он не коронован, коль король рок-н-ролла, коронная роль. Заколачивал больше, чем мастера, чему был, разумеется, рад. Он служил тем, кто лжив, он следил тут и там, он ходил по пятам, он сидел по кустам, он жил стуком ритмичным и сколотил состояние на костях. Стратокастера звуков, услышав раскат, Карлу завистью черной проникся кастрат, и под старость кастрату втемяшилась страсть. Он решил стратокастер украсть, но чужими руками он жар загребал, а чего и ломились его погреба. Он решил нанять бьющих и грабящих тех, у кого только брага и брань на губах. И кастрат недолго бродил по дну, чтоб найти подонков и сказать им «Ну, в тот же вечер!» Окрыленного Карла поджидала у дома урла. Его долго пинали ногами в живот, и если он чудом остался живой, то виной тому Бог. Карл поверил в него, вот такие дела. А кастрат-стратокастер-то спер неспроста. Он пытался мелодии стричь, как с куста, думал, дело пустяк, но локти кусал, и душа у кастрата пуста. Сбившись силы, сбесившись, он струны сменил, но гитара просто трунила над ним, и запал вдруг пропал, он забил и вспылив, он решил стратокастер спалить. И когда стратокастер сидел на костер, Карл на костылях тащился в костел, его приняли там, усадили за стол, предложили постель, и уставший от мира принял новый устав, что заставил его стать тем, кем он стал. И теперь тонких струн звенящая сталь уже пальцы не жалит, а жаль. Все на нуль одним махом, теперь он монах, он махнул на все и всех послал нах. Он не ходит теперь в полинявших штанах, пребывая в священных стенах. Вот только хор поет месса ля доля фасоль, сыпля в карловы раны, карловарскую соль. Карл чувствует боль, вот вся сказка о том, как стал карлик бывший король. А я был странник в израненной странной стране, где продажная, да, и на нет сводят нет, где на тысячи спящих один, что распят, и 500, что плетутся вдоль стен. И если ты не эстет в ожидании конца, ты кастет из свинца и налей-ка венца, и мы выпьем с тобою за тех, кто прибит на кресте, за тех, кто прибит на кресте.
кто гребит на кресте. За тех, кто гребит на кресте. COVID came in March 2020. It was a tough time for many people, but in particular for stage musicians, because in order to fulfill your purpose, you need to go on stage, you need to vibrate, you need to translate this vibration to people, you need to address them. And suddenly we were deprived of all that. And in order not to go crazy, what I did was that I begin to revise some unfinished project from the past. And there was a sketch, a sonic sketch, which I started in summer of 2015. It was full of promise, but I toyed without that sketch a little bit, and then I put it on the back burner. I said, okay, later on. So it was time to put it out of dustbin and do something about that. And I thought that, okay, it will take me maybe 8, 9, 10 weeks to shape it to the final, final composition. Boy, I was wrong. I finished that composition only by late August 2022, and when I calculated, it took me 2,500 man hours to accomplish 7-minute composition. Not that I regret about any second, but it was a tremendous exchange, you know, when you put 2,500 hours for a 7-minute composition. That's how it goes. And I think that Renaissance painters, you know, it take like a few seconds to evaluate picture, but you spend weeks upon months to accomplish that. It's very strange trade-off, you know. But the song is finished, a song without words, and I gladly present this piece of music, which is like slightly more than 1 year old, and it calls August Blues. Блюз августа, на котором мне улетело 2,500 часов. Thank you.
понт, но это не понт. Иногда бывает, что чтобы вычислить, насколько строй держит, то есть у меня очень много вещей выстроено на подтяжках. И иногда кажется, что вот в аккорде оно строит, он начинаешь так подтягивать, и строй начинает расползаться. Тебе нужно, чтобы он именно держался вот на подтяжках. What I did was not the composition itself, it was just a test to make sure that during string bending the tuning is stable, and it unfortunately it's a little bit off, so. Thank you.
number which is supposed to be final tonight. Завершающий номер концерта. Композиция, которая называется «Театр Станиславского». The Method Theater. Первый акт, занавес во всю ширь. Не трогать ружье на стене, оно пригодится попозже. Маленький всеми проклятый гений, капля всемирной души, идет в этот мир из глуши. Кинуть в него свои дрожжи. Залы веселых столиц примут не сразу, но наверняка. Вот путь от дурацких зачем до страшных почем. Как только войдешь в эти двери, театр начинается с виселиц. Не потеряй номерка. Здесь так трудно выжить, не став самому палачом. Но в это не хочется верить. Да сохрани тебя небо, хотя бы единственный раз. Странное небо, в которую, дай Бог, поверить кому-нибудь из нас. Я прошел мимо умных и правильных книг. Неприметный солдат рок-н-ролла, не помышляющий стать офицером. Сексуальные революционеры, куда мне до них? Героически павших на баррикадах вендиспансеров. Но я тоже не свят, я жаждал любви, да и прочих безумных вещей. Зашвырнув в дальний угол талмуд с головой про тычинку и пестик, через несколько лет вы услышите хрип и хруст поврежденных хрящей. Это я в первый раз наступлю на горло собственной песни. Храни меня, небо, пока я в терновых венках. Горка черного хлеба и целая вечность до третьего звонка. Акт второй, пора становиться большим. Время разбрасывать камни в огороды собратьев, голосу времени вторя. Я занялся всерьез покорением каких-то вершин, не заметив, что уровень неба ниже уровня моря. Я стал в доску своим среди стельку чужих, разменяв идеалы, что в юности вынес со стрита, и столкнувшись с язвой желудка, как одним из путей спасения души. Я решила сидеться в тиши,
и одела с легким гастритом. Хорони меня, небо, я в лавровых венках. Что за чертово небо? Еще 200 грамм коньяка до третьего звонка. Затвор, ну и так далее. Смерть совершенно среди готовых лекарственных форм. Что уж там лечит горбы, не говоря о воспалении миндалин. Напиши на рецепте прием раз в жизнь перед сном натощак. И она не замедлит прийти, бескомпромиссная, точно очковая кобра. Жизнь, о боже, как трудно вымолвить слово прощай. Соленое море в глазах навеки размоет твой всепобеждающий образ. Возьми меня, небо, похоронных венков. Окуни меня в небо, вечно звучащей симфонии третьих звонков. Thank you, Rotterdam. Thank you, Rotterdam. Thank you, Rotterdam.